Трайнвелли 2. Если вы пришли на это видео, вы, скорее всего, хотите посмотреть прохождение ее. Заодно мы и узнаем, почему эта видеоигра понравилась 90% игрокам, которые и играли в нее. Даже 94% игрока. И плюс еще получила кучу наград в 2018 году на Game Dev в Москве. Давайте разберемся, в чем же ее прелести. Как нам заявляет разработчик, это видеоигра, симулятор, головоломочка, разработанная компанией Flames. Ну хорошо, давайте. Значит, будет у нас такой некий интересненький формат, которого, может, вы не видели. Я буду проходить уровень, вы, соответственно, все это будете видеть и потом высказывать, как мне было тяжело его проходить или не тяжело. Соответственно, мы так по лестнице будем подниматься выше, выше, выше. И чем больше я пройду именно уровни, тем больше я узнаю, чем же она затянула 90% игроков. И они поставили хороший отзыв. Ну что, начнем. Я тут первый раз уже именно прошел именно обучение, так что обучение мы смотреть не будем. Погнали. Первый уровень мы прошли, условия все выполнили, прошли мы этот уровень за 3 минуты 24 секунды. А что это мировой рейтинг? О-о-о, я побил мировой рейтинг. 3 минуты 30 секунд, а я на 6 секунд быстрее. Я на 6 секунд быстрее это сделал. Это круто, кстати, это очень даже круто. Смотри, только он, кто-то сделал это за... 1 минуту 32 реального времени, а я, получается, за 4. Ну, ничего страшного, в принципе, побил, да побил. Поехали на следующий уровень. Это у нас следующий уровень — ферма. Поехали там играть. Ферму мы прошли за 5 минут 33 секунды. Опять же, все задания выполнили на 5 звезд. Что там в мировом рейтинге? Вот ты посмотри. Я прошел за 5 минут 33 секунды, а первое место 5 минут 32 секунды. Ну, можно считать, короче, первое. Ничего страшного. Тут 62 тысячи, здесь 53. Ну, нормально. Я думаю, то, что нужно, сойдет. Знаете, что меня порадовало? Порадовало то, что я купил Локомотив. Третий. И он как бы остался на ферме. Это круто. Это очень круто. И у меня появился вот такой вот новый паровозик. Так что можно будет им воспользоваться. Кстати, давай сейчас переключим. Так, есть, есть. Нужно будет купить. Следующий у нас — песчаный карьер. Погнали в песчаный карьер. Песчаный карьер пройден. Прошли мы песчаный карьер за 5 минут и 4 секундочки. Все выполнили. Не допускать аварий, построить более чем 35 сегментов. Мы даже 32 построили. И давай заглянем в мировой рейтинг. Да ладно, я опять побил мировой рейтинг. Я прошел за 5 минут 04, а тут 5 минут 18. И ты посмотри, я почти первый был по заработку, второй. Ничего себе, потратил все это на реальных 6 минут. Нормально, нормально. Идем дальше. Мне пока нету никаких трудностей, как бы по вот этим трем уровням. Может, четвертый будет посложнее. Четвертый у нас каньон. Поехали, посмотрим, что там в каньоне. Даже, знаете, в чем прикол? Даже нечего комментировать на карте, как ты прокладываешь путя, потому что, ну, как бы все банально, просто и понятно. Погнали в каньон.
прошли мой каньончик за 6 минут 27 секунд. Опять же, все задания выполнили. Давай сейчас посмотрим, что там у нас по мировому. О, да. Я первый. 6.29. А я прошел за 6.27. И тут вообще по 7 минут. А, красавчик, молодец. Идем дальше. Так, следующая у нас дамба, надеюсь, хотя бы на дамбе хоть немножко будет сложнее, то как-то уже, ну, простенько. Пошли посмотрим, что там на дамбе. Вот мы и прошли уровень дамба. Прошел я его за 8 минут 44 секунды. Честно сказать, я проходил этот уровень несколько раз и было в кайфон. Только нужно было эту игру назвать не Train Valley, а Dispatcher. Потому что пути-то тут прокладывается в одном и том же пути, в принципе. И все, что тут тебе нужно, это войти в тайминг. Смотрите, мой лучший результат был 8 минут 37 секунд. То есть я, в принципе, мировое время побил. Еще больше, вот, получается. Тут 8.39, меня 8.37. Я был первый. И также вот здесь вот. Все, что нужно сделать, просто узнать, как должны тут пути находиться и работать диспетчером. Да, тут нужно было назвать «Работа диспетчером». Все. То есть ты должен вовремя остановить поезд, вовремя запустить поезд, вовремя отправить ресурс, не затормозить ресурс. Ну, вы в ускоре, в принципе, все видели. Давайте сейчас пойдем к следующему уровню. Это у нас получается сад. Также напишите, как вам нравится именно такое прохождение лет. Я максимально мало времени трачу именно на каждый из уровней. В принципе, там все дельно, ясно и понятно. Проложил пути и запустил. Комментировать нечего от слова сад. Совсем. Я не знаю, что там комментировать. Так, давай, сад. Ну вот и сад, мы прошли, опять выполнили все условия, не улучшать локомотив, не улучшал, не допускать аварий, не допускал, время уровня мы прошли за 8 минут 35 секунд, с первого раза я его прошел, просто поставил на паузу, посмотрел, что куда нужно отправить, сколько отправить, как приблизительно проложить путь, и смотрите, что в итоге получилось, с первого раза я бью мировой рекорд и как бы даже не перепроходил. Просто вот 8.35, мировой рекорд 8.46, все. Как так? Не знаю, давайте сейчас еще дальше попробуем. Следующий уровень, следующий у нас бухта. Может, там сложнее, может сложнее на 50 уровне, где ты тут находишься. Я просто не понимаю, где сложность-то? Мне пока не сложно. Давай в бухту погнали. Вот и бухту мы прошли. Кстати, опять я практически с первого раза ее прошел. Но все, что я сделал, нажал на паузу, продумал все хода, то есть путь максимально эффективный и максимально на данный момент, который нужен, допустим, именно в этой местности. Посмотрел, сколько чего где запустить, просто проложил путь к ферме, к одной, ко второй, и все. И потом я работал целую игру диспетчером. Прошли мы это все за 8 минут 32 секунды. Объектов, как и выполнялось, на 9000 всего лишь, сегментов даже 47 сделал вместо 62. И смотрим мировой. Побил опять мировой рекорд.
Кто-то у нас тут за 8.53 прошел, мы за 8.32. Ну, только денежек, видишь, он больше набил, а я, получается, просидел 15 минут реальных, обдумывая все хода. Но все равно, я с первого раза это сделал, едить, колотить-то его. Так, смотрим теперь, что у нас тут. Бухту мы прошли, мы уже прошли 7 уровней. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вы это посмотрели все это за 10 минут, да? Давайте сделаем так. Если вам такое прохождение заходит, в принципе, я вырезал все рассуждения, всю нудотину и уже прям показываю вам результат, как можно сделать. Может, вы воспользуетесь это как гайдом, чтобы пройти там и побить какой-нибудь мировой рекорд. Игра это, короче, диспетчер. Можно было просто назвать диспетчер, железнодорожный диспетчер. Если вам такое заходит, тогда 100 лайков и следующую серию точно такую же запиляем. Может, там будет на 50-м на космической эпохе что-то посложнее. Пока я сложности, если честно, вообще не ощущаю. Чисто аркадка, казуалка такая. Всем спасибо, что смотрели. Ставь лайк, подписывайся на канал. Ну и пока.